Приветствую, ребята. Сейчас покажу ролик. Сработал ЖЭКа у R3 Щука Евгений Харитон, мой товарищ. Вот буквально там пару минут назад с RZ5D, Роман Зинаида 5 Дмитрий, дробь АМ. Над Ростовом летел борт. Вот. И связь он проводил, получается, с летчиком, ну, с пилотом этого самолета. Известный такой персонаж. Он в основном работает на КВН 14 МГц. У меня там тоже есть ролик с ним. Вот. Но учитывая, что это УКВ, то связь необычная. Подписывайтесь на канал Жеки. Ссылка ниже будет в описании на его канал. Хороший пацан. Интересные ролики у него. И вот смотрите это цикавое видео. Я считаю, что для УКВ радиосвязи это необычная связь. 5 Дмитрий, дробь Анна-Мария, здесь Ульяна Радио 3, Щука Елена Харитон. Ульяна Радио 3, Щука Елена Харитон, здравствуйте. Пятерка, девятка, Сергей, недалеко от Ростова-на-Дону, на приеме. Да, Сергей, принято. Ну, 5758, небольшой шумок, проходите. Евгений, город Запорожье, прием. А как, Витя Виктор, да? Евгений, Женя Евгений, город Запорожье, прием. Имя еще раз. Женя, Евгений, прием. А, Женя, извините, пожалуйста, 5-7 из Запорожья принял. Ну, далековато мы друг с другом, аппаратура, видно, у вас хорошая. Вот, так, 5-7 я зафиксировал. Спасибо большое, Евгений, за проведенное КСО. Вопросов нет. 73, с наступающим вас Новым годом. УР-3, Щука Елена Харитон, Роман Зоя 5, Мадропанна Мария. До свидания. Да, спасибо, 73.